Всем привет. Ой, мадафака, я себя слышу. Значит, сегодня я решил постримить. Не знаю пока что. Но... Ну вот и все, я замолчал, как обычно. Так, мне нужно будет сценарий озвучить, это во-первых. Во-вторых, нужно сейчас что-то пойти зайти в куда-нибудь. Что у меня есть в Стиме? А, библиотека. У меня толком-то ничего и нет. Ну, хотя я сейчас читал просто тир-лист обновлений, так что посмотрим. Можно зайти... А, я дебил, сейчас, подождите. Привет, привет, Флотикс. Сейчас я... Вот так вот сделаю. Да, сегодня опять решил постримить. Почему бы и нету. И нету, да. Можно, конечно, пойти в Sea of Thieves, но у меня не особо сильное желание. Почему я не вижу чат на телефоне? Блять, что за говно? О. Respect Productions, все, я вижу. Я еще и жужжу почему-то. Ну, значит, сейчас себя убавлю. Вот так вот. Все. А, небольшая маленькая задержка. Отлично. Респайлерил я ее. Блин, так много игр скачано, и даже не знаю, во что пойти. Мне Apex сюда, блин. Понятия не имею, во что можно пойти. В КС-ку такое, конечно, сейчас идти. Скучненько и грустненько. Можно, но нет, такой не хочу. Блин. Ладно, пойдемся все в ЗИС, потом посмотрим, если что. Сейчас она откроется, я вам запущу. И экран, и звук, и перду. Еще только можно, то запущу. Да, мне на двоечку переход на сцену другую. Отлично, это я помню. 3 человека на стриме, офигеть. Не считая двух меня, наверное, я на пока могу закрыть, хочу, не знаю. Ну, блядь, ты где? Скотина, Sea of Thieves не открывается. Ладно, пока почитаю, что писали. А, да ничего не писали, ты все скидывал. Sea of Thieves, какого черта? Открывай. 6 челов на стриме было? Неплохо. Оу, май гаднес! Сейчас я запущу, значит, созвучик. И поехали вам на экран. Rare Entertainment делала эту игру.
Я думаю, все это знают, кто играл в эту игру. И что-то пока такое дерьмецо у меня. Я не вижу, чтобы... Блять, либо телефон говно, либо сейчас. Перешел. Пару секунд назад был я на... не, не был. Ну и какого дерьма тогда я тут пахал? Значит, мы делаем вот так. Оба. Хотя, наверное, это вот это, да. Оли, Джизус, что-то громко. Говно, я не помню. Мы отправили вам код на эту почту. Ну, блин, мне лень заходить. Он не вставляется. Я же выключил, да? Выключил. Так, сколько вам лет? Ведь напишу, что я родился в 1888 году. Далее. Ага, мне сказали сосать. 1999 год. Далее. Далее. Я же уже это все делал. Да, пиши. Это так игрока не подходит. Почему? А так, если. Это так игрока не подходит. Это имя для общества доступно. Хорошо, начнем. Придется мне две R в нике оставить. Что там? У меня телефон завис или в чат просто никто не пишет? Нет, сейчас просто никто не пишет. О, what the fuck. Свяжите свои учетные записи Xbox, чтобы найти друзей. Да, связать, давай. Все. О, Rare Entertainment. Давайте. Тройка, поехали. Я это все смотрел, это все знают. Ивентер. Иисус, почему мне именно в этот момент звонят?
Все, теперь я здесь. Дайте мне пару секунд понять, что я чмо. Ой, блин. Тройка, поехали. Сейчас, мне еще телефон нужно подключить на зарядку, его снимал. Мне звонять люди. Блять. Он жужжал, слышали? Все. Черта еще нужно выбрать теперь. Я хочу быть на... О, я осуждаю, осуждаю. Блять, кота застрелил, дипгенерат. Да-да, я бы... Сука. Спасибо, пожалуйста. Так, давай, приключения. Нет. Да не хочу! Да не хочу! Сука, я проходил его дважды! Мать, ладно, пошли, сука. Забавный факт, у меня стрим идет. А, я дегенерат. О. Поднять просто. Да-да, извините. Да ну блять, грузись, сука. Спасибо. А это тут, бля. О, ну наконец-то. Да-да, идите нахуй, дайте я убавлю звук. Блять, телефон! Надо его блять, чем-то защемить нужно. Я знаю как, сейчас. Иди нахуй, жирный член. Shut the fuck up! You must be on quite the journey. Строгий звук, поехали. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Во, кайф. Да, да, идите в жопу. Я знаю, опа, ведь самые те, которые. Да, да, блять, я знаю. С хуя лопаты нету. Да, где-то тут чертопляс это должен появиться. Ну эти заеб... Я сейчас сам поплыву, я отвечаю, я сейчас сам поплыву.
видеть саблю. Я тебя сейчас захуярю, чел. Я предупреждал. Лопату дай быстро. Я пойду открою там сундук и уйду. Насколько я помню, где-то здесь. Нет. Тут, значит. Соси. Чё ты скинешь? Ять! Я посрался. Открыть. А, вот откуда мы снаряжение за это покупаем. Я забыл уже. Всё, да-да-да, я всё знаю, я всё помню. Ну, вот там север, короче, вон, видел? Бля, я реально наугад сказал. Ну ладно. Сейчас, где? Что он сказал? Поставить трек, говорят. Ну-ка. Что за трек? А какой ты? Ничего не скинул даже. Этот. Который я сейчас играл на гитаре? ПТС. Ты мне ничего не отправил? Я вот. И ты мне ничего не отправил. А, ну-ка. Нет, я не буду это ставить. Я не буду это ставить. Я не буду это ставить. Я не буду тебя сосать и не буду заставлять. Давай. Адьос. Я как ценитель музыки откажусь эту хуйню ставить. Что-нибудь другого, это пожалуйста. Сейчас можно вспомнить какой-нибудь, кстати.
помню, правда, никаких сейчас. Семьдесят них. Ну, ты еще денег дали, спасибо. Ты еще один скинул? Где ведро, я не помню. Спасибо, что ветер дует вперед. У меня еще и не в эфире идет этот стрим на телефоне. О, по кайфу. Сейчас ветер переменится, начнется полнейший пиздец. Все мы это проходили, все мы это знаем. В какую сторону дует, туда и пиздуй. А мне вот интересно, в игре есть ветер, а он синхронизируется для всех игроков? Или он только для одних, типа? Когда дует ветер определенно во все стороны, нужно всем игрокам поставить в нее? Или только тем, кто на корабле, а у других там в другую сторону дует. Rare Games, Rare Entertainment, как вас там зовут? Куда там ветер сосет? Не правее. Еще в красную воду зашел. Ладно. Эй, куда ты клонишь? Дебил, 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 дебил. Паруса по ветру, блядь. Ладно, что у нас еще есть? 1812. Жалко, что нету... 2011. Ой, 2001. СЖД, если что. Парус по ветру, блядь. Салям, Абрам. Ой, блядь, по мне стреляешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, лох не попадает. Ой, мне тоже нужно стрелять? Ну, давай возьму, чё мне. На, блядь! Попал? Сосать. Давай ещё раз. Попал? Соси, соси, соси.
Нанна! Я там никуда не въебусь, я пока плыву. Пока по кайфу, окей. А чисто из интереса. Блять, я могу это сделать. Ааа, сука, умная игра. Ладно, похуй, он все равно не попадает. Кособланка, блять. Ага, лох! Чё меня это застопило, я не понял. Просто по ветру и погнали. Карма. Чамба. Куда мне там плыть-то надо, я не помню. Сюда, по-моему. Ой. What the fuck is happening? Ubisoft представляет, давай. И, блять, и нах. Блять, там идет боярышник, форт и валар. Я не помню, как называется этот корабль. Шхуна я? Брик. Или бригантин, я хз. Все взыв за мне, заебись. Я очень надеюсь, что это погодный эффект. Блин, ну красиво поставили сцену, хорошо. А, это постановка сцены, значит, мне просто сказали, типа, иди нахуй, я понял. Давайте, я не знаю, где-то сундучка 2 откроем, и я что-то сегодня как-то не особо хочу стримить. Сколько у меня уже стрим идет? 3 полчаса, блять. Ну ладно, я пока еще это все сделаю. Как чат обратно открыть? Вот так. Выйти в море со всеми игроками. Здорово, черт. Пущу заметки, что у нас. Вот это 9-й сезон. Окей. Что по монетам? 11 тысяч, я ничего на это не куплю. Здорово, пенник. Купить путешествие. Можно сразу на сотку прокачаться. Давай. Сука, нельзя. Нужно 5-й уровень, я понял. Поиски, это, да, покупить. О, ну бесплатно. Продолжить. Так. Иди на...
Where is my шхуна? Вон она. Блин, надо будет заснять видос по SEO Zivs. Я уже пытался это как-то сделать. Чё-то не задалось. Но игра-то кайфовая. Ой, не надо голосовать за отказ. Прям, я помню, что у Артура есть у Мак... Сима, это что, блядь, такое? Блядь, почки. Ладно, я не буду их лутать, мне лень. А, такая писька маленькая, я понял. Они добавили новых островов или нет? Сразу вопрос такой. Золотые берега, они, значит, стали помечены на карте, это я тебе точно могу сказать теперь. Вот это, по-моему, сместилось сверху направо. Блять. Да я знаю все это. Ну идите вы. Я с рот ебал. Это не остров, карта на драбу. Че это такое? Ладно. Но он маленький, это точно я помню. Нет, не сабельная отмель. Остров отвержен. Ну какие-то новые они вроде бы добавили. Хотя нет. Риф Акулий Зуб? Нет, тоже не то. Короче, каждый раз, когда дается задание, оно должно быть близко. Относительно. Он? Нет. Пока есть шанс на остров контрабандистов. Я не помню, как он выглядит. Он на юго-западе. Ну, не то чтобы он на юго-западе. А, вот он. Ну да, он близко. Короче, можем поплыть направо, развернуться и на юго-запад поехали. Блять! Воду топит. Ёбаный дождь. А он закончился. Ай, дебил. Поехали. Поэтому пока не будем стоять. А вон он, нет? Или не он? Вон он, наверное, там. Юго-запад. Скорее всего, вон тот. Хотя хз, может и этот. Сейчас посмотрим, идем ли мы по курсу, или я на вас наебал. Он правее. Вон тот, значит. Летает. Оно? Yeah, that's right. Паруса по ветру, хули могу сказать. И погнали. Шафу.
Кассиус, Зус хорошая игра, я прям не знаю. Так, время падения якоря я точно не помню, поэтому где-то, скажем, секунды 3. Скорость у нас неплохая. Поэтому... Налево, налево, налево. Это все, блин. Ют. Мне нельзя крутить, да? Поэтому скажем, что вот так. И поехали. Ой, здесь люди ходят, блядь. Там вот. Ага. Я понял. Что у нас здесь? О, ля-ля. Какое при... Что это, блядь? Ночью бахнем. Ну, что еще можно было ожидать? Такое себе. Плыть, конечно, сейчас мне с ним далековато. Ну, потому что я дебил. Зато не взрежусь, когда плывать буду. Самое главное. Е, Г, Р, Е, Q, F, 5 на X. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, направо, направо, направо. Какой кайф, ровно. Это у нас по ветру, кстати, не по ветру. А, и не получится.
Все, Respect Productions. Так, идем снесем сундук. О, смотрите, как я пришвартовался, вообще кайфово. Вот кто так может, а? Я помню, как у меня корабль утонул, и в итоге его на шлюпке... Клад на шлюпке довозил. И в этом смысл игры, ты никогда не знаешь, что с тобой произойдет. Тебя могут разъебать корабль, и ты при этом можешь все-таки вернуть эти самые, те, которые клады на... Я не понял. А, нужно еще принять. Который ты нашел. И игре похрен, как ты это сделаешь. Хоть сам доплывешь, хоть на ошибке. Из-за этого просто вот огромнейший респект. Ну хотя, в принципе, чё, игра похрен. Конечно, не прописывали никаких этих самых условий. Просто взяли такие, бля, донеси, как, вообще не наша проблема. Блядь. Ты что, дебил? Блять, я это только что сделал. Блин, я не хочу еще раз туда плыть. Блядь, нет тогда. Идите нахуй, я не хочу. Хочу в другое место сплавать. Двойка, отлично. Пятый уровень, я смогу апнуть себе звание. Вот! Наконец-то! Бедный, сука. Почему бедный? Я не хочу бедного. Извините, пожалуйста. Я не культурный дегенерат. Фотографирую закат, будто пару лет назад. Дальше не знаю текст. О, кайф. Давай сразу посмотрим, где. Ты чё, блядь? Я ж, сука, сейчас тебя пристрелю нахуй. Эй, да ладно, ну неужели сюда... А, это тоже место просто... Блять, сука. Обожаю, сука, Sea of Thieves, игра говна, блядь. Недавно восхвалял, а теперь мне кидают на тот же самый остров другое задание. И при этом раньше-то нельзя было взять другое задание. Только это первое выполнение, оно же для обучения. Ты же не знаешь, что делать. Мы же себе не обучали в обучении 15 минут назад. А 15 минут назад, потому что, сука, SSD не грузит. Так еще и потому, что у нас 10 минут там начальная катсцена, где ты плывешь какую-то жопу, где тебе можно даже не стрелять, а просто плыть. И причем, ладно, ты там раз в год на этот остров плаваешь, типа, блин. Ну, два разных задания, и вот одно на один остров ведет, другой на другое. А не два, сука, и на один и тот же. Блять, я чуть ни харакири не сделал.
Короче, смотрите, как умею. Сейчас мы кидаем якорь, и в этот момент я выворачиваю штурвал вправо пол. Блять, кидай! Ля, почти получилось 360, наверное. Ну, 180. Всем похуй. Опять какие-то черти там стоят уже, блядь. Ой, это какие-то сильные чертяки. Таких не видел. Они по водичке ходят. А, я так не умею. А, это люди. Вы хуйно, блядь, привет. Блядь! Не выебывайся. Инфаркт. Я думал, это добрые пацанчики стоят, а они как стрелять начали. Ёб твою мать, блядь. Чё так страшно? Блядь, я тонул. Как спать хочется. Я не знаю, что я проснулся и что мне сейчас делать. Стрим я сейчас явно закончу, потому что долго я особо не хочу стримить. Может, сегодня еще запущу, но явно не факт. Так как мне сейчас попросту не с кем играть, так как друзья пидоры, не побоюсь этого слова, они играют в доту целыми днями. И причем, ладно, спасибо, они хотя бы на... Я их просил недавно помочь с озвучкой. Озвучку вы увидите в скором времени, может и не в скором. Они хотя бы это сделали. Ладно, спасибо им за это. Из-за этого я их опущу не спидоров, а на чертяк просто. Но, блин, они просто, знаете, мы, короче, еще в пятницу договаривались с ними поиграть в Fortnite. С субботы на пятницу или где-то такое. И чё, блядь? Вечером я с ними что-то захожу, там они сидят, играют в доту. Я пошел поиграл, ладно, в Devil May Cry по фону, пока они там сидели. А потом ливнул, нахуй надо. Потому что они даже просто бы так не вспомнили, они будут сидеть. Вот они... Понимаете, я сегодня проснулся, сел за комп, я чекаю ДС, они уже сидят, блядь. И вот спорим, спорим, они до 23 будут сидеть. Для сравнения, сейчас 12 часов. Я проснулся, блядь, в 10, ну в 10, ладно, скажу в 10, я не помню, сколько я проснулся. Да, я просыпаюсь поздно, если что, так что не ругайте, я такой человек, который любит поспать. Не осуждайте, это мое право, если, блядь... Если вы будете осуждать меня, я позову феминисток. Они тоже... А, они меня пиздят, ладно. Ну и, короче... Они будут сидеть до 11. Это инфа 100%. Даже спорить не буду. Я выиграю. И когда они уже там насидятся... А, блядь, они ни во что нахуй не пойдут. Я их вчера еще пытался позвать, не знаю, там, в Террарию вроде... Ну, в Террарию пытался позвать, не помню насчет Фазмы. Фазмы, по-моему, не пытался. Они такие...
Точнее, Максим такой: бля, не знаю. И все нахуй. Блять, no. Все. Наверное, сейчас еще на них чуть-чуть постежу, поматерюсь. И потом, наверное, закончу стрим. Вот, блять, они даже сейчас сидят. Блять, ну и мне, брат, и мало. Они будут сидеть целый день. Мне из-за этого вчера пришлось заходить к Лехе с пацанами там сидеть и играть в No More Room in Hell. В принципе, неплохо вышло, очень респектабельно. По нему скоро будет видос, может и не скоро. Отвечаю. И, блять, как меня это нахуй просто бесит. Ты с ними ни во что в другое не можешь поиграть, просто. Один вообще, это Максим, который Попов, он был в самом первом ролике на моем канале. И, короче, мы от него когда-то слышали, то что, бля, я ни во что не хочу играть, кроме Доты. Да, бля, это правда. Я что-то уронил, подождите. Блять, где это нахуй? И, кстати, сейчас вот так вот выключу, все закрыть. Блять, я что тут-то проебал? Подождите. Да еб твою мать, блядь. Нихуя, оно под стол закатилось. Сейчас чем-нибудь его толкнем. И вот, опять же, играют только в доту, блин. У них уже просто конченая зависимость. Если они это увидят или услышат и скажут: блядь, так у тебя тоже зависимость, играешь там постоянно свой Devil May Cry, блядь. Идите нахуй, я... Вы позовете, я пойду. Но не... Ну, вот куда угодно, позовите. Если есть желание куда-то пойти у меня, например... Ну, кроме доты. Потому что у меня ее нету. Вот, например, я не знаю, блядь. Нихуя. Супер Банимен 525 рублей. Вот, например, я не знаю, пойти в Гаррис Мод, там, Брик Рикс, блядь, Counter-Strike. Что еще? Фазмофобия, Escape the... Ну, Escape the Backrooms, конечно, нет. Бля. Don't Starve, Enter the Gungeon, блядь, The Seed, The Forest, The Golf It. Ну... No More Room in Hell, Postal 2, Puzzle Together, это все, что у меня сейчас установлено. Куда угодно, короче, позовите, я не против буду пойти. Сука, Dota — игра, которая ворует друзей. Не могу музыку, кстати, на фон включить. Так, на единичку я сейчас поставлю. Во. Блять, что такое картаны? Ебанутые люди, блядь. Вот они сейчас. А давайте посмотрим. Прохор, открыть профиль. 269 часов. В доте. Хорошо. Можно еще. Не сильно много.
Максим, который курс этот пришел, не знаю, если я уверен. 278 часов в доте. Уже осуждаемо. В принципе, 200 часов, ладно, это очень много осуждаемо. И вот Максим, который Попов, блядь, который... Блядь, 473 часа в доте, ну ты ебанутый, блядь, конченый человек. Я буду, блядь, долго бомбить на доту. И нет, блядь, в принципе, сама игра-то неплохая. Сама игра очень неплохая. Но такие стратегии не по мне, это раз. А во-вторых, я очень люблю повторяться. Она ворует, блядь, друзей. Они днями напролёт, блядь, сидят задротят эту доту. Вчера 11 часов они играли в доту. Короче, ладно, я хз, что я сейчас буду делать. Спасибо всем за просмотр, кто присутствовал на этом стриме. Это точно Антон и больше вроде бы никого. Трансляция идет час. Спасибо всем, еще раз опять же, кто присутствовал на этом стриме. А я уверен, что никто не присутствовал. Короче, еще увидимся.